Здорово, мужики. Второй дубль запишем на прошлое видео с запуском вебаста и проверкой в холодное время. Сейчас уже потеплело, немного солнце вон светит и уже так с крыши тает, капает и немного так все эту сторону залило. Сейчас запущу повторно движок и также проверю, за какое время прогреется. Но сегодня теплее, чем было в прошлый раз. Вот, смотрите, все во льду. С крыши капает. И вся бочина в леде. Такой панцирный лед. Но оно и лучше будет. Сейчас посмотрим, как катает все стекла. Чистый лед, да? Сегодня теплее, чем в прошлый раз было. Так, сейчас глянем, сколько сейчас температуры. Пять с половиной градусов, да? Ну, запустим. Так, и опять-таки движок холодный, не заводился пару дней. Посмотрим, как запустится. О, ну 5 градусов. 5 градусов запускается получше, чем 8 градусов. Солярка та же самая, летняя. С парафином, как положено. Так, что время? 1:25. Час 1:25. Засечем, посмотрим. Эти долбанные сраные маски истерической болезни. Приходится постоянно возить с собой. Блин, в магазин никуда не зайдешь, ни на заправку не зайдешь. Надо вот эту херень одевать. Так, печка. Печка на всю. И поставим вот на второе положение. Также здесь все включим. Обогрев заднего стекла включим. Включили. На стекло в ноги. И посмотрим на холостых оборотах. Ну, вот сейчас прогревочные держатся. Как упадет на холостые обороты, и так и будем держать двигатель без там добавления газа на нажатие педали акселератора. Без ничего. Вот просто как работает движок, так и работает. Сейчас и посмотрим. Но на этот раз я уже не хочу проморгать тот момент, когда стрелочка будет температуры подниматься. И буду уже сидеть в машине и ждать этот момент, как она будет со временем прогревать систему охлаждения. А, ну сейчас я вылезу, посмотрю, запустилась она или нет. Так, там прошло 2 минуты. А, ну запустилось, запустилось. Дымок идет. Да, тепленький, тепленький пошел. Но это скорее не дым, а такой пар парит. А хотя может и дым. Дым с паром. Но в этот раз что-то намного более такой. О, пропал. Пропал дымок. Вообще нету дыма. Конденсат с трубы есть. Вот он конденсат, водичка. Ну, скорее всего, было топа, чем дым.
Сейчас чистый выхлоп идет. Без дыма и уже тепленький пошел. Парит. Да, теплый выхлоп идет. Запустилась две паста. И сколько? 1,29. Обороты чуть-чуть упали. Сейчас 900 оборотов. Ну, у него чё, сколько? 750, по-моему, оборотов холостого хода на прогретом двигателе. Так, вот обороты 800 стали. Стрелка стоит на месте. Температурная стрелочка на месте стоит, еще не шелохнулась. За 9 минут стрелка упала до 800 оборотов по тахометру. Стрелка стоит на месте. И температура 4,5. Ждем еще. Нет, начала шевелиться стрелочка. Начала шевелиться стрелочка. Да, уже вот пошла. 10 минут, получается, по времени, и стрелочка пошла. Пятьдесят пять градусов. Шевелится стрелка. Отлично. 36 минут. Сейчас она до 60 поднимется. Обороты 800. И вот уже 60 градусов. За 11 минут прогрелось до 60 градусов. За 12 минут прогрелось до 65, да? До 65 градусов. За 13 минут прогрелось почти до 70, да? Вот, где-то 68 градусов. Вот, 70 градусов. 15 минут прогрева 70 градусов догнала. Так, вот уже 74, 75. 75 градусов за 16 минут. Сейчас быстрее уже гонит температуру. Так, 16. 17, 16 минут. 16,5. 17 минут догнала до... Почти до 80, где-то 78 градусов. 17 минут, 78 градусов. 18 минут, вот ровно 80 догнала. Ох ты, еще даже кинула, где-то 82, 82. 42 минуты, 43 минуты. Итого это 19. За 19 минут до 80.
2 градусов, да, даже 83 градуса. Так, 43 минутки и уже почти 85, почти 85, это 84 градуса. По-прежнему 45 минут и по-прежнему температура стоит на 84 градуса. Ну, 85 градусов. 45 минут, 85 градусов. За 20 минут до 85 градусов нагрело. Так, назад пошла стрелочка. Ну, сработал вентилятор и температура упала. Второй видос, по-моему, получился более наглядный, чем первый. И я теперь точно знаю, что Webasto — это хорошее подспорье для зимнего прогрева системы отопления в автомобиле. И за 15 минут, и ты уже смело можешь пользоваться прогретым автомобилем. Сел, поехал. У тебя не будет мерзнуть одно место. Ну, на этом все. Такой видос. Всем пока. Стекла оттаяли. Здесь чуток есть, но вот это уже все оттаяло. Вот она. И задняя. Задняя оттаяла.